нужно четко разделять момент принятия решения, да, и его реализацию. Ты беременеешь или не беременеешь? Ты делаешь это дело или не делаешь? Ты тестируешь эту тему или не тестируешь? В момент действия начинать думать, а надо ли нам это или не надо. Партнер сегодняшнего выпуска — ребята, которые называют себя Classy Sounds. Ссылка будет на их канал, YouTube-канал под видео. Вы переходите, подписывайтесь. Ну, не потому, что они партнеры, прям подписывайтесь. Потому что у ребят действительно... Я не знаю, чем это все закончится. В общем, они открыли канал, гоняют там музыкальные ролики и музыку. И говорят, что все деньги, вырученные с канала, вот от монетизации YouTube, все деньги от партнеров тоже, которые будут партнерами выпусков и так далее, они... 100% тратит на закупку питьевой воды детям в Африке. Можно это назвать какими-то популистскими такими вещами, типа вот, ребята, выпендрились, можно не называть это, да, но тем не менее это люди, которые, ну, попытались как-то сделать движение к направлению к цели, они решили, да, и начали действовать. Вот, поэтому вы переходите на их канал, подписывайтесь, если вы слушаете музыку, подписывайтесь и слушайте музыку с их канала, там с каждого что-то 1000 просмотров. Что-то я не ошибаюсь, там, ну, там, 50, может, 100 рублей, там, что-то, ну, не помню уже, какая монетизация на Ютубе. Они все отправляют деньги туда. Сегодня мы с Ромой снимаем видео про очень важную вещь, я думаю, в принципе, в большинстве дел. Оно называется «Не быть полубеременным». То есть, всегда в любом деле... Мне кажется, то есть, опять же, я не навязываю сейчас никому этого точки зрения, да, своей, никого не порицаю, но мне кажется, вот с учетом моих 10 лет такой деловой жизни осознанной, которую я сейчас наконец-то прекратил, я для себя сделал вывод такой, что нужно четко разделять момент принятия решения, да, и его реализацию. Все попытки, момент принятия, то есть сначала чуть попробуем, а потом как бы, ну, посмотрим, или ты, допустим, вот, ну, чуть-чуть начал, потом... Чуть, ну, вроде решение не принял, но начал, в итоге, а, не пошло, давай, другая ниша и так далее. То есть здесь очень важно вот четко решить для себя, ты беременеешь или не беременеешь, ты делаешь это дело или не делаешь, ты тестируешь эту тему или не тестируешь. Все, и после того, как ты уже решил, твоя задача действовать. И, то есть первая ошибка, мы начинаем действовать до того, как решили, и вторая ошибка, мы начинаем... В момент действия начинать думать, а надо ли нам это или не надо. То есть тоже такие странные мысли. Поэтому сначала решите, потом действуйте. Вот, видео про принятие решения и реализацию. Да, сколько вообще можно говорить? Пора действовать! Вот, ребята, и потом, когда вы слушаете разных ребят, которые вам такие ролики на Ютубе говорят, типа про принятие решения, реализацию, вы завязываете их слушать, вы просто начинаете действовать. Решили, бросайте ролик и действовать. Отписывайтесь с канала! С каждым днем! Там будет все меньше видео и все меньше нормальных. Дойдем до нуля. И подписывайтесь на мой канал, на Стасю Белочкина. Я тоже там. Ой-ой-ой. Че, холодно? Очень. А ты капюшон одень. Не сделаешь ради принятия решения и действий. Вот так, друзья. Да вон снимать женщину, куда мне-то. За амазонка выходит. Ой, нет. Ты хоть в купальнике? Нет. Шорты. Ну, она же не дневник хотя, ладно, не надо сильно куда-то уже. Да-да-да.